Добро пожаловать на мой канал еще раз. Мы едем сегодня в Боготу. Сейчас вот остановились, чтобы просто прогуляться, потому что очень далеко. Получается, нужно пересечь практически полстраны, потому что мы живем недалеко от Флоренции, это юг Колумбии, и едем в центр. Ветер сейчас. Мы проехали вот город Гарсон и такие небольшие города, как Кобо, по-моему, называется, и еще один гиганты. Да, а вот здесь вот мы обедаем обычно, когда едем в Боготу, в этом ресторане, который сзади. Но сегодня сейчас уже полчетвертого дня, поэтому мы пообедали в Гарсоне. Вот, но вообще вот этот неплохой ресторан. Такое разнообразное меню, есть рыба и разные вообще блюда. Вот как он называется, ближе подойдем, посмотрим. И у нас вот ветер и солнце сейчас, достаточно жарко. Вот этот ресторанты, мы живем в департаменте Кокита, а это вот Уилла, это Уилла Маравилья. Проезжаем. Сейчас находимся в Уилла. И вот здесь вот мы обычно обедаем. Называется ресторан Парадор Эль Молино де Обо. Обо — это вот город. Парадор, который мы проехали. И вот здесь вот меню вывешено. Вон Плато Санна Карта. Вот здесь черепахи, по-моему. Они эту рыбу потом ловят и как бы, ну, готовят меню здесь. Типа водопад, такой мостик и вот черепашка. Снимала вчера для вас видео, не появлялась в кадре, потому что Сонечка спала очень мало в машине. Вот за всю дорогу она утром только выспалась и потом хотела спать, но никак не могла уснуть. И поэтому вот ну, с ребенком, сами понимаете, некогда было мне даже камеру достать. По дороге мы купили такой вот фрукт необычный. Он называется анон. Вот, я думала, что это то же самое, что и черемоя, но черемоя — это другое немножко. Но по семейству, по-моему, одно и то же. Вот черемоя, анон. Очень вкусный фрукт. Немного позже я покажу вам в разрезе его. В нем много достаточно семечек. Вот, но сам по вкусу вообще ни на что не похож. Очень необычный, вкусный. Если будете в Колумбии, то обязательно попробуйте. И купили гуанабану, вот такую вот большую, она уже, в принципе, готова к употреблению, мягкая, согревшая. В разрезе она с вот этим фруктом очень похожа, потому что тоже белый такой, белая внутри, и тоже очень много семечек здесь. Это для соков, и просто так можно кушать, тоже очень вкусный фрукт. Мы пришли в парикмахерскую, чтобы сделать косички Сонечке. И вот я думала, что она не даст, но она далась, и ей сейчас делают прическу.
на втором канале, на детском, на испанском языке, который я тоже снимаю влог. И там вы увидите эту прическу, если кто подписан, кто смотрит наш второй канал. Привет! Сегодня мы идем на фотосессию для меня и для Сонечки. С этим фотографом у нас уже была фотосессия год назад, тоже в Боготе. И мне очень понравились фотографии. Если кому-то интересно, на фотографа я оставлю ссылку в Инстаграме. Сегодня у нас последний день в Боготе, и сейчас мы приехали сюда в консульство. Я паспорт поменяла уже 2 месяца назад, по-моему, и вот сегодня только буду забирать его, он уже готов.